Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, начнем, пожалуй, с того, что несколько неэтично обсуждать работу коллег. Вот, и если у вас уже был опыт работы с нашими коллегами или с нашим коллегой, то, соответственно, имеет смысл обратиться именно к нему за получением дополнительной информации, за получением дополнительной консультации и так далее. Знаете, я буду с вами откровенно честен. У нас есть начало пути, вашего пути. Это ревность. У нас есть конец пути. Это чувство вины перед родителями. Что между? Как это связано? Кроме того, что на это указал психолог. Неизвестно. Думаю, тот факт, что вы работаете над собой, а как вы над собой работаете? Напоминает себе о первопричине, хорошо. Но проработана ли первопричина? Вероятнее всего, нет. Вероятнее всего, первопричина не проработана. То есть, ну да, вы напоминаете себе о ней. Это прекрасно, конечно, что вы себе напоминаете об этом. Но дальше-то? Что? Что дальше? Вот. Понимаете? Какая штука. То есть необходимо, чтобы вы именно работали с причиной, а не просто напоминали себя, а не, знаете, просто в напоминания нет какого-либо смысла, кроме того, что вы продолжаете вариться в этом, что вы продолжаете находиться в этом конфликте. Дальше. Ревность. Я не берусь ни в коем случае говорить о том, откуда она у вас берется, да, соответственно, с чего она у вас проявляет, ревность. Но по общему правилу я могу сказать, что ревность связана с заниженной самооценкой. Это первое. Сравнивание себя с другими людьми в одном случае является следствием заниженной самооценки, в другом случае является самостоятельной проблематикой. Вот.
значит, чувством собственничества по отношению к себе и партнеру. И прямо вытекающий из этого историю о том, что ценность человека может сводиться к материалистичному. Вот. Ценность человека, сводится к исключительно материалистичной истории. То есть вы сводите ценность человека к тому, что он, то есть человек, принадлежит вам, что он ваша собственность, ну и вы, соответственно, тоже можете быть чьей-то собственностью также. Это очень важный момент. Следующий момент – это проблематика травмированность, травматичность в том, что касается интимной сферы. Это может быть как опыт измен в прошлом, вот. Это может быть как ваш собственный опыт, ну, не постоянство партнеру. И, соответственно, последнее, чем связано ревность, это страх одиночества. Вот. И специфичное отношение к интимной жизни. Специфичное отношение к сексу, привлечение его и так далее. Это очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Дальше идем. Вот вы пишете, я боюсь потерять любимого. С чем связан этот страх? С чем он связан, что вы прям-таки вот боитесь потерять любимого? Я уже молчу о том, как можно вообще потерять любимого человека. Принцип, как вообще это можно сделать. Потому что если человек вас любит, если у человека есть к вам чувства, то я думаю, он никуда не уйдет. Я думаю, никогда не уйдет. Но получается то, что вы, скорее всего, не доверяете ему. А это связано с тем, что вы не доверяете себе. Вот примерно такой ответ я вам могу вам дать. Дальше.
значит, ну, вы склонны себя обесценивать, а там, очевидно, потому что первая мысль у вас, то, что вы плохо над собой работаете, вот. Это вопрос ваших ожиданий от себя. Вот. Причин может быть не одна, но причин чего, опять же, непонятно. Да, то есть как-то вот вам нужно, наверное, переформулировать вопросы, во-первых, потому что что не так, не может ответить тот, кто с вами работал. Плохо ли вы работаете над собой, в принципе, некорректно поставленный вопрос, потому что нельзя плохо над собой работать, можно просто работать. Вот может получаться, либо нет, но плохо или хорошо, не то. Абсолютно не те слова, которые здесь уместны. Вот. А, ну и по причинам, да, опять же, здесь ситуация неоднозначно. Вот. То есть, может быть, причина в этом. А, может быть, причина в другом. Нужно с вами работать в этом направлении. В этом направлении. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена максимально лучшим образом для вас.